И в продолжение темы. В Казахстане продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин. В этом году он возрос еще на полгода. И теперь на заслуженный отдых представительницы прекрасной половины будут отправляться в 59 лет. Согласно закону, в течение 9 лет пенсионный возраст женщин будет увеличиваться ежегодно на полгода. Эти изменения касаются Казахстана, которые родились с 1960 по 1964 годы. С 2027 года все женщины страны будут выходить на пенсию в 63 года. В прошлом году пенсионный возраст составил 58,5 лет, в этом году 59 лет. На пенсию выйдут те, кто родился в период с 1 июля по 31 декабря 1960 года. По области их свыше 2,5 лет. Родившиеся с 1 января по 31 июля 1961 года выйдут на пенсию в 59,5 лет в 2020 году. Родившиеся с 1 июля по 31 декабря в 60 лет в 2021 году и так далее. Родившиеся 1 июля 1964 года отправятся на заслуженный отдых в 2027 году в 63 года. Для информации отметим, есть исключение: на пенсию 45 лет могут претендовать пострадавшие из-за испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. По достижении 53 лет могут выйти на пенсию многодетные матери, воспитавшие до 8-летнего возраста 5 и более детей. Еще раньше, в 50,5 лет, на отдых могут рассчитывать те, кто успел собрать определенную сумму пенсионных накоплений. В прошлом году она составляла более 13 миллионов тенге.